Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня давайте поговорим, как обменять украинские водительские права на польские. И это будет также касаться и белорусских, и российских. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Сразу скажу, перед тем, как начну уже говорить о том, как обменять все это, я понимаю, что у многих друзья ездят миллионы лет на своих правах, и никто ничего не отбирает, никто ничего не меняет, но я вам рассказываю так, как написано в законе, так, как нужно это сделать, поэтому уже впоследствии вы решаете сами, надо вам менять или не нужно вам это менять. Если вы находитесь на территории Польши с момента получения карты временного побыта, либо сталого побыта, то вот с этого момента должно пройти 183 дня, и после этого вы имеете право поменять ваши права на польские. Я знаю, что на каждом сайте есть по-разному написано все, но я вам советую читать именно польские сайты, где именно написано на польском, потому что именно там конкретно описано, как шаг по шагу все это поменять. Я тоже подала на водительские права документы, уже жду, наверное, около 3 месяцев, и я до сих пор еще их не получила, так как вообще по документам, опять же, по закону написано, что это ожидание месяц, но мои украинские мои украинские водительские права были получены в Луганске, поэтому я думаю, с этим все и связано, из-за того, что они так долго рассматривают это дело, но жителям, например, России либо Беларуси, я думаю, будет намного быстрее все это получить, а также, наверное, другим частям Украины, нежели там Луганск и Донецк. Ну, в общем, посмотрим, как долго они будут еще делать мои водительские права, и потом вам, конечно же, сообщу конечный результат. Итак, если вы хотите подать на польские водительские права, тогда вам нужно будет иметь одну фотографию 3,5 на 4,5. В фотосалоне вы просто приходите, говорите «Зденчу на право язды», и вам это делают. У меня была фотография еще с подачи карты временного побыта, поэтому я даже не заморачивалась и подала именно эту фотографию. Дальше нужно будет заполнить внесок. Внесок я оставлю его вам в инфобоксе, вы можете его скачать и заполнить. Единственное, что внимательно смотрите, какие пункты нужно заполнять, потому что там не все нужно будет заполнять. И также я не все знала, что именно нужно заполнять. Я просто пришла потом в ужин, и мне подсказали дозаполнять, где поставить там галочки, либо где что дописать. То есть с этим тоже не было никаких проблем. Милые все женщины сидят и все вам подскажут без проблем. Далее вам нужно будет ксерокопия ваших водительских прав, а также вам нужно будет их перевести на польский язык у присяжного переводчика. В Гданьске я заплатила за этот перевод 45 злотых. Опять же, ссылку на всех присяжных переводчиков я вам оставляю в инфобоксе, и там вы сможете найти вашего переводчика в вашем городе. И также вам нужно будет сделать оплату, это 100 злотых 50 грош. Есть реквизиты на сайте, также можно в самом Ужинте есть отделение ПКО, поэтому вы без проблем можете оплатить уже на месте. Также не обязательно скачивать этот внесок, в Ужинте вы тоже можете взять на стендах уже внески, также есть там примеры, как заполнять. То есть на самом деле вот это вот эти документы — это мелочи. Вам, то есть самое главное, нужно взять ваши водительские права и привести их у присяжного переводчика. Украинские права у меня не забрали, то есть они у меня до сих пор при себе. Их забирают только после того, когда у вас приходят ваши польские уже права, и у вас забирают украинские права и отправляют их обратно в Украину. Если же так, как по каким-то обстоятельствам происходит, что вы, например, прожили здесь в Польше какой-то период времени, ездили на польских правах и решаете, что вы хотите вернуться обратно домой, то процедура обмена прав практически такая же будет, только в Украине. То есть вам тоже нужно будет подать там внесок, заявление, фотографии и дождаться ваших украинских прав. И потом, после этого, как у вас будут готовы украинские права, у вас забирают польские и выдают ваши украинские для того, чтобы ездить на территорию Украины. Не знаю, как в других воеводствах, потому что я читала, что некоторые пишут, что дают им справку о том, что они подали на обмен водительских прав, и они по этой справке имеют право ездить, но здесь, в Трумянство, украинские права у меня не забрали, то есть я могу спокойно на них дальше продолжать ездить в ожидании своих польских.
Конечно же, на сайте пишут, что процедура занимает это около месяца, но на самом деле это от 3 до 6 месяцев. Еще одним нюансом, последние полгода ввели такое, что вы должны дать согласие на обработку ваших данных на вашем языке. Именно для украинцев это дают такой бланк в УЖЕНТе, где вы должны заполнить на своем языке, то есть на украинском языке, где вы заполняете свои данные, где вы проживаете в Украине, ваша фамилия, ваши паспортные данные, и в связи с чем вы подаете согласие на обработку своих данных, то есть это обмен водительских прав украинских на польские. Но и никаких экзаменов, никаких справок от врача вообще не нужно, то есть вот этот пакет, который я вам сказала, вы приносите и все, оплачиваете, подаете справку и после этого ждете. Есть еще сайт infocard.pl, на нем вы можете проверить, готовы ли вы ваши права. Но, как я вам сказала, что уже 3 месяца вообще бесполезно что-то проверять, видимо, только тогда, когда они начнут изготавливать их здесь, в Польше, только после этого я, наверное, увижу на сайте свои права, готовы они или нет. В инфобоксе я напишу вам, где в Трумясте можно обменять водительские права. Если вы живете не в Трумясте, а в каком-то другом городе, в другом воеводстве, вы просто пишите в гугле «вымяна право езд в», например, там, Краков, в Варшава, и вам будет выдан список, где вы можете подать эти документы. После того, как вам приходят водительские права польские уже, вы их обменяли, и, например, вы хотите поехать в Америку, либо же, например, на какие-то острова, то вы также имеете право получить еще международные водительские права, которые действуют в течение 3 лет. На этих правах вы можете ездить за пределами Евросоюза. Для того, чтобы оформить такие права, вам нужно будет приложить ксерокопии ваших водительских прав уже польских, также вашу карту побыта. Далее это оплата 35 злотых, одна фотография. И международные права делаются очень быстро, в течение 70 дней у вас уже будут они готовы. То есть это будет очень удобно, если вы уверены в том, что в скором времени вы куда-то выезжаете, например, на какой-то остров путешествовать, либо, например, в Америку вы хотите поехать, то вы можете оформить эти права и без проблем уже брать, например, в аренду машину и кататься в той стране. Почему необходимо менять права с украинских, например, либо с русских, с белорусских на польские? Просто, в принципе, до момента того, как вас не остановит полицейский, ничего не произойдет. То есть это ни на что как бы сильно не влияет. Если он вас остановит, то может быть штраф в размере 50 злотых. Просроченные права, можно так сказать, влияют на страховую компанию. То есть, если, например, происходит, не дай бог, дорожное происшествие, то страховая компания может, например, отказаться от выплаты страховки в связи с тем, что у вас нет актуальных водительских прав. Поэтому, чтобы предостеречь себя от каких-то конфликтных ситуаций, либо же от неприятных ситуаций, да, и потери денег, то я считаю, что лучше всего поменять. Единственным моментом, я не знаю, насколько даются польские права, если у вас были украинские бессрочные. Например, у меня украинские права, они без срока, то есть они были выданы без какой-то определенной даты. Я не знаю, насколько их поменяют, на 10 или на 15 лет. Если же у вас были со сроком, то тогда они выдаются на тот период, на который были выданы ваши украинские права, либо же на 10 лет. Но как только я получу свои польские права, то я обязательно напишу вам это либо в блоге в своем, либо же скажу в каком-то видео и скажу, на сколько лет мне их выдали. Сами видите, что процесс обмена водительских прав на польские, он беспроблемный, то есть пакет документов не такой уж сложный, как кажется многим людям, то есть можно его подать. Единственное, что это ожидание самих вот этих прав, то есть это процесс, который нужно подождать. Хотя я знаю, что, например, другие получают и за 3-4 недели уже сразу свои права, а некоторые ждут до полугода даже свои права. Поэтому это уже зависит и от воеводства, и от того, где были получены ваши права. Вот, на этом у меня и все сегодня. Надеюсь, видео для вас было информативным. Спасибо, что были вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!